я хочу пригласить вас к себе на лабораторию 15 марта на Васильевский остров в здании Артмуза. Нас принимает школа Бэй-Бэй-Балет. И с 4 до 7 в воскресенье мы будем заниматься с вами лабораторией движения, которая основана на технике Лабан-анализа. Кто не в курсе, это техника, придуманная Рудольфом Лабаном в примерно 60-х годах, где было предложено впервые хореографию брать из практически математических формул и с помощью их создавать новое движение, новые формы, новую пластику, новые идеи и так далее. В общем, я думаю, что будет интересно всем тем, кто преподает, кто учится и хочет создавать что-то сам. Я постараюсь вам в этом помочь и предложить инструменты, с помощью которых вы сможете создавать действительно что-то новое. Я думаю, что будет интересно людям абсолютно всех направлений и любых техник. Я вас жду.